Сейчас улица Арена 2018 – это только тонны песка и щебня. Но уже через год именно этой четырехполосной дорогой и 9-метровыми тротуарами по краям и пойдут болельщики, чтобы переживать за свои любимые команды на чемпионате мира. Арена 2018 соединит две самарские магистрали – Волжское шоссе и улицу Демократическую. Съезд к стадиону будет осуществляться через пересечение с улицей Дальней. Сейчас на объекте длиной почти 3 километра заканчиваются земельные работы. Песчаный слой работники уложили уже наполовину и приступили к строительству щебеночного основания. Все материалы проходят обязательный контроль на соответствие качеству. У нас повседневный контроль лаборатории заказчика. Они здесь каждый день бывают на объекте. За ходом строительства ежедневный контроль. Плюс у нас на объекте также своя лаборатория, которая выполняет работы по контролю качества выполняемых работ. Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам. Их пропускная способность до 12 тысяч человек в час. В тоннели спускаться смогут и маломобильные горожане, и велосипедисты. Пандусные сходы готовы на треть, а вот сами переходы почти полностью. Мы сейчас сделаем самый главный конструктив, пустить дорожников, а потом уже начинаем отделку. Здесь у нас получается низ, полы идут гранитная плитка, а внутренняя отделка будет окраска. Сейчас на объекте трудятся 60 человек и 38 единиц спецтехники. В начале июня дорожники начнут укладывать асфальт, а уже в ноябре здесь полностью откроют движение. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.